До ближайших островов ходит только два морских судна, а на кассах не установили терминалы безналичной оплаты. Приморцы приезжают, стоят в очереди и только на кассе узнают, что им необходимо снять наличные средства. Хочу пожаловаться на работу терминала, потому что, когда звонят на справку, не предупреждают, что не работает по безналичному расчету. Приехала с картой, сейчас за километр находится банкомат. Нужно идти снимать деньги, а мне нужно ехать на работу. На самом морском вокзале тоже нет объявления о том, что приходить на кассу нужно только с наличными. Информацию об этом местные жители могут найти в интернете на сайте паромной переправы. Там поместили расписание, информацию о наличной оплате и указали номера справочных служб. Администрация морвокзала уверяет, что терминалы в скором времени установят, но точную дату не сообщает. А пока жители и гости Владивостока должны планировать свое время, снимать деньги с карты заранее и покупать билеты за 2 дня до необходимой даты. Яна Якубич, Денис Фадеев, новости на восьмом.